Всем привет, парни, это 21 серия Пути Тибера на Блэкраше. Продолжаем развиваться и играть на сервере Yellow. Сейчас мы с другом едем в низкий класс забирать банан. Есть одна проблема, нам нужен бустер, чтобы починить банан. Вы только посмотрите, как красиво выглядят эти два банана. Сейчас мы поедем в магаз, чтобы выполнить задание и заодно заправить тачку. Потом в ГИБДД прокрутить номера для задания. И потом в стол, чтобы починить двигатель. Так, я уже нажимаю оплатить, и задание выполнено. И еще на задание надеть маску. Получилось комбо, я выполнил сразу аж 3 задания. Выполнили и получили 1200 очков и около 9000 рублей. И последнее задание на сегодня я сделаю. Это будет «Куда без номеров». И вот и все, задание «Куда без номеров» выполнено. Выполнил и еще получил бронзовый кейс. Просто осталось только разрядить аккумулятор. Все, аккумулятор я сломал, теперь осталось только продиагностировать. Диагностика прошла успешно, сейчас посмотрим, что у нас с аккумулятором. Подождите, у нас разряжен бустер. Короче, простоял около часа и ничего, действительно не предлагали обмен 10.4 и ЗАС, но я отказался и пожалел. Так вот, я наконец-таки произошел, можно заниматься своими делами. И я уже 2 часа, и покупателей нет. У меня тут очень маленькую цену. Я уже готов окупиться на 300-400 тысяч, лишь бы продать этот банан, я уже устал. Прошло уже, блин, почти 3 часа, покупателей все еще нет. Наверное, сейчас буду скоро ливать. Ну что ж, очередной новый день, и можно продолжить. Скутер и еду в низкий класс. Не теряя время, пришло объявление о том, что продам с ЛС. Ну что, готов я объявление и наконец заезжаю в БУ. Наверное, я нашел покупателя на 11.4 кака. Так, стоп, не все так сладко. На авторынке я провел более 5 часов. И ура! Наконец-то! Аллоя, я продал этот Мерседес. И я так заебался, честное слово. Вы бы знали, как мне вообще повезло продать это корыто. Мне даже друг говорил то, что поскорее его продать нужно, поскольку его не возьмут. Но, ребята, мораль этого видео такова. Никогда и ни за что не сдавайтесь. Мне предлагали 10.6, я хотел, но я не продал. И вот настал чудный день, и я продал за 11.4, и даже ушел в плюс 300к. А без больших рисков я, наверное, сейчас попробую перекупать на среднем классе. И, кстати, забираем свою награду, это 400 очков Black Pass и 2000 рублей. И у нас уже сумка, сумка чемпиона, и забираем ее. Я вот даже не ожидал, я вот не смотрел. И у нас еще 10 блоккоинов, сильвер и так далее. От игры на 1 час я получил 2 блоккоина на свой счет. На этом серия подошла к концу, если вам понравилось, обязательно ставь лайк, подписывайся, всем пока.